Всем привет! Меня зовут Ванесса, я работаю в Skyeng уже год. Когда я училась на дневном отделении, я понимала, что если я хочу работать, то, скорее всего, мне придется работать только удаленно. Почему же именно удаленно? Ну, потому что ездить к ученикам на дом для меня это было, во-первых, долго, во-вторых, дорого, так как я тратила деньги на дорогу, на бумажные учебники и так далее. Ну и в-третьих, это просто-напросто выматывает. Skyeng меня нашли сами. Когда я подавала объявление о поиске учеников, они мне написали, предложили работу и обучение. Как же я рада, что я сразу согласилась. Самое первое, чем меня подкупила эта школа, это своей развитой платформой. Я еще никогда такого не видела. На ней хранятся все материалы. То есть не нужно отвлекаться и искать какие-то дополнительные материалы. Все есть на платформе. Второй момент, который меня подкупил, это персонал. Я сразу почувствовала дружескую атмосферу. Ну и третий момент, на который я обратила внимание, это чувствовалась структурированность, четкость во всем, что преподносит школа. Прозрачные правила, своевременные выплаты. И, конечно же, самое главное для меня на тот момент был график. Можно было выбирать, сколько ты хочешь работать. Хоть 10 часов в неделю, хоть 70. Как душе угодно. Благодаря этой школе у меня появилось множество любимых учеников с разных городов, с разных стран, с которыми мне очень приятно работать. Если честно, я никогда не говорю, что я работаю, потому что для меня это любимое занятие. Оно приносит мне море удовольствия. Кстати говоря об учениках, со многими из них я общаюсь вне уроков, со многими я сдружилась. И совсем недавно я съездила в прекрасный город Краснодар и встретилась с одной из своих самых любимых учениц. Ну и помимо всего прочего, мне очень хотелось бы обратить внимание на такой момент, как обучение. Skyeng обучает не только в начале, на первом этапе, но и также создана специальная платформа для учителей, на которой хранятся огромное количество курсов. Любой учитель в любое время может просто выбрать любой курс и начать обучаться. Я считаю, что это очень здорово, это просто бесценно. Компания Skyeng стремительно растет и развивается, но она также заинтересована в том, чтобы ее работники росли и развивались вместе с ней, за что я безумно благодарна.